Завтра, 18 августа, в Барнауле по традиции отметят День воздушного флота России. Сбор выпускников и ветеранов летного училища пройдет у здания БЮИ на проспекте Комсомольском с 9:45 до 10 утра. После торжественного митинга собравшиеся возложат цветы к памятнику герою Советского Союза Константину Павлюкову. Далее прошествуют колонны с оркестром по главному проспекту Барнаула Ленинскому до речного вокзала. Здесь все желающие смогут понаблюдать за тем, как в небо взлетят модели самолетов, изготовленные участниками авиамодельных кружков. С 12 до 16 часов всех гостей праздника ждут на экскурсию в зал авиации и космонавтики музея «Город». Оттуда желающих доставят автобусами на аэродром Бобровка на выставку авиационной техники.